Здравствуйте, у вас доллары есть? Нету? Вообще. Здравствуйте, с вами журналист «Кактус Медиа» Бермет Уланова. Мы с Нурзадой Салиевой, нашим оператором, вышли в банки и обменки Кыргызстана проверить, есть ли там доллары, потому что в социальных сетях многие пользователи пишут, что в банках и обменках города Бишкек не осталось долларов. Вот, мы только что были в одной обменке, нам сказали, что там нет долларов вообще, то есть ну, мы не могли купить ни 100 долларов, ни 10 даже. Идем дальше. Извините, а у вас можно доллары обменять? У вас доллары или хотите купить? Купить. Нет? Вообще. То есть даже 100 долларов нет. У вас есть доллары? Вообще. На данное время мы обошли 3 обменки, 3 банка. У них не было долларов. Ни в одной из них. Даже 100, даже 10. Только 10. Ладно, на 100 рублей. Здравствуйте, у вас есть доллары? Спасибо. Здравствуйте, можете купить доллары? Вообще нет. Скажите, еще доллар 25, а потом получат. Здравствуйте, у вас есть доллары? Нету? Мы обошли около 10 обменных пунктов и 5 банков. Ни в одном из них мы не нашли доллары. Только в 6-м банке мы смогли поменять. Здравствуйте, у вас есть доллары? А когда будет? А сколько дней уже нет? Ладно, спасибо. Здравствуйте, у вас есть доллары? Нету? Здравствуйте, у вас есть доллары? Вообще?